Всем привет! Начинаю снимать свой очередной влог. Иду в Сбербанк, так как мне сегодня позвонили. Оказывается, прибыл мой заказ. На улице сегодня тепло. Прибыл мой заказ, то есть и зеркало, и туалетный столик, и мой шкаф-пенал уже готов. Ну, то есть с завода его привезли. Я думала, конечно, это будет через 2 недельки, через 3, а оказалось вообще буквально через неделю заказ прибыл. Сама не ожидала. Сейчас иду в Сбербанк. Долго с мужем тоже договаривались, сколько, что, почем. Краник-то? Вот такой у нас красивый памятник. Здесь сзади отделение почты. И здесь получается Сбербанк. Все. Теперь поднатужу вообще завязать пояса. Больше в этом году ничего брать не буду. И так с мужем потратились. Но зато как бы постарались на славу. Конечно. Оба старались, и я, и он. Ну а как быть, если не постараешься, ничего и не будет. Спустилась в погреб за картошкой. Вот так она у нас лежит, так сказать, все в мешках. Очень много в этом году картофеля. Хотела продать, но не знаю. Мне кажется, никаких покупателей не будет на картошку. В этом году у всех много. Хочу показать запасы, пока есть время. С этой стороны у меня расположились компоты. Там у меня дальше еще банки с вареньем, но их не видно. Почему-то свет вот так вот плохо падает. Здесь у меня соленья всякие, варенье, салаты. Там еще одно вино стоит, которое уже сколько лет стоит. Такие помидорчики. Сзади там банки у меня. Как я уже сказала, ой, не могу показать, там у нас темно. Сейчас хочу взять картошки. Ой, вот так расположилась морковка. Я ее положила в этот, в крошку. Морковка хранится в опилках, но почему-то она все равно тепло. Видите, растет немножко. Такие лечо в банках. Так вот, все расположилось, как обычно. На обед буду жарить картошку. Картофеля много. Я не знаю, куда мы его всего денем. С этой стороны в большом у нас ящике хранится лук. Лука тоже много. Такой большой ящик муж соорудил, так сказать. Здесь вообще, наверное, ведер, так сказать, 5-6 лука. Так что лука не жалею, во все блюда ложу много. Все, картошка у меня жарится. Сейчас немножко открою окно, чтобы было посветлее. Может, надо сесть так? Да, чтобы меня было лучше видно. Что-то я начала размысливать, как вам сказать, насчет нашей жизни. Сейчас очень тяжело жить, я не знаю, молодежи, да и всем, наверное. Нехватка вот этих денег, тяжелая жизнь, мне кажется, у всех сейчас. То бензин дорожает, то еще что-то. Ой, домой что-то одно возьмешь, а потом целый месяц живешь, как бы протянуть, думаешь. Вот так вот. Так всегда. Заказала, вот, как я уже сказала, сегодня мой заказ прибыл. Сейчас надо будет оплачивать. Ладно, еще я не одна, ладно, у меня есть муж, да, с которым мы можем как-то поговорить, обсудить, что да как, что почем. Как-то сложиться, что-то купить. Ладно, я еще не в декрете, да, чтобы там работаем все-таки, оба работаем, хоть как-то тянем наш быт, так сказать. А ну, нам-то помочь, видите ли, некому. Ни у меня родителей нет, ни у мужа нет. Как бы помощи ждать не от кого. Поэтому приходится все самим. Даже вот всем, вот все, что на душе есть, я как-то сразу раскрыться перед камерой не могу. Я не могу так все высказать, прям рассказать. Прям как есть. Не знаю. Вот так вот. Ну, я рада, конечно. Да, я рада то, что мы эти деньги не проедаем. Вот, это самый большой плюс. То, что мы сейчас купим эту вещь будет нам служить много-много лет. И
деньги как бы не уйдут в туалет. А так, что продукты стоят дорого, а так как-то можно немножко поэкономить и при том, что у тебя будет дома какая-то мебель, какая-то техника. Просто надо уметь распоряжаться финансами. Мне кажется, это все-таки сложная такая конструкция. Картошка шкварчит, пожарилась, так сказать. Такая зажаренная, вот чесночок я положила еще. Аромат стоит дома, аромат жареной картошки пахнет на всю улицу. Ну, шучу, конечно, не на всю улицу, просто в доме такой вкусный запах чесночка, лучка. Ну вот картошка, как я уже сказала, разваривается, я ее долго не вымачивала. На обед картошка готова, сейчас накрою крышечкой, пускай потомится немного. Муж придет, и будем с маринованными помидорчиками кушать. Домашнее печенье еще осталось, которое в тот день пекла. А сегодня, наверное, вечером, я думаю, испечь один пирог. Может, пирог, а может, кексы. Подумаю еще. Купила сегодня масло, ну, для выпечки. Вот думаю, что приготовить. Либо кексы, либо очень такой интересненький пирог. Сестра говорит, очень клевый пирог, попробуй приготовь, тебе понравится. Он идет с бананами. Как раз бананы есть. Вот думаю, что приготовить на вечер. Вот и картошечка. А вот наши домашние помидорчики. Очень вкусные с рассольчиком. Давай кушать картошечку. Всем приятного аппетита! Все, мы все получили, все занесли. Ура, ура, ура! Скоро покажу коробки. Шкаф пенал оставили в веранде пока, пускай стоит. А зеркало занесли сегодня. Сегодня мы будем заниматься тем, что будем выгружать со старого зеркала все на свете. А уж потом муж посмотрит, может сегодня, а может завтра он его будет собирать. Покажу, в каких коробках у нас. Хорошо. Потом посмотрим, в каких коробочках все пришло. Глянем обязательно. Так что вот так вот. Я проснулась где-то, наверное, 5:30. И мне уже в 6 позвонили. А у меня муж приходит только где-то 10 минут 7-го. Поэтому ждала пока его. Ну, пока выгрузить. Потом во двор выгрузили. Потом вдвоем все занесли. Ну, конечно, не такие тяжелые, конечно, ящики. Коробки, точнее. Все упаковано, все хорошо. Так что такое вот сегодня у нас навалило счастье. Ну, мы счастливы, конечно. Все классно вообще. От души. Муж говорит, что я уже мебелью весь дом заполонила. Я говорю, а что я заполонила-то? Ну, все, говорит, все у нас теперь уже есть. Больше пока нам ничего не нужно. Я говорю, ну, конечно, все, хватит. Куда нам столько? Итак, все. Все. На этом все на сегодня. Больше ничего заказывать, по крайней мере, пока не будем. Ну, еще посмотрим, когда у мужа стол придет. Глянем, какой он будет. Ну и все на этом. Вот в такой вот упаковке. Получается, здесь у нас зеркала идут, да, правильно? Здесь у нас идут зеркала. Мы думали, почему оно в такой упаковке, а это оказывается просто упаковка, чтобы зеркала не помялись. Здесь у нас идет все остальное. Две коробки. Получается так-то небольшое. Мне кажется, ты быстрее соберешь, чем мы ожидаем.
Все мы распаковали. Столько всего вообще. И это только у нас так. Туалетный столик. Дальше, давай. Огромно. О, да, здесь тоже много возни. Ну-ка, петель. Вот так будет вот выглядеть. Петли. Ну, разберемся. Ну, надеюсь, мы разберемся. Зайка разберется. Так, ладно, подай рулетку.